Анна, я смотрела фильм «Барби» и «Блондинка в законе». Когда-то он мне нравился в детстве, но это было в детстве. Но в взрослой жизни ты видишь совершенно другое. Всегда, всегда был патриархат. Девушкам разрешили голосовать, я не помню, в каком году. Потом на работу устраиваться разрешили и занимать большие должности. Девушкам тоже разрешили не так уж и давно, скажем так. И даже в этом Барби, даже в фильме «Барби» и «Блондинка в законе» это очень хорошо, ярко показали, что если ты блондинка, значит ты... Сиди, я сам открою. Либо же показали в «Барби», что мужчинам не понравилось... что, видите ли, там начался матриархат. Так вот, я решила почитать про этот фильм комментарии. И что я нашла? О май гад! Я нашла, что мужчины недовольны этим фильмом, хотят переснять, хотят, чтобы было все по-мужскому, чтобы все было, чтобы они были главными. Хотя, я когда девушку посмотрела, обзор на фильм этот, то она там показала то, что мужчина... Она даже сказала, что всегда Кены были... То есть домик был Барби, тачка Барби, все Барби. А Кен это просто как приложение... Не до приложения. Как приложение или же как... Скажем... Как добавление к Барби, которое покупалось девочками для того, чтобы... Барби не была одинокая. Я давно в Барби играла, так что не помню. Так вот. Эта тема, я так поняла, будет всегда актуальна. Всегда. Матриархат и патриархат. Потому как мужчины будут тащить всегда на себя одеяло, бы привыкли, что все только им. А девушки будут пытаться свои права тоже, личные границы защищать. И права свои тоже защищать. И еще я добавлю к этому всему, что, как один чувак, была такая история, меня взяли на работу, а другого кандидата нет. И там пацан мне написал, я не знаю, как он меня нашел, что, а что это тебя взяли на работу, а меня не взяли? Я говорю, а почему вас должны были взять на работу? Потому что я мужчина, я говорю, потому что у вас что-то между ног, как бы есть и отличие, ну, меня между вами. Ну, это грубо сейчас звучало, но на самом деле так оно как бы... Ну, мне не понравилось, типа, ну, взяли меня, потому что у меня опыта больше, и я больше понравилась, естественно. Ну вот, я считаю, что... чтобы не матюкаться здесь... Я считаю, что как бы каждый должен заниматься своей жизнью, своим развитием и развиваться как бы сам, как личность, а не вот это вот следовать установам, как стадо баранов. Нам сказали, мы попёрлись. Это ненормально. Не забывайте подписываться, ставить лайки и напишите в комментариях свою мысль, что вы насчет этого думаете. Интересно очень ваша мысль, ваше мнение посмотреть, почитать. Так что пишите. И, конечно, не забывайте смотреть мои шоу.